В Україні планують вакцинальну сесію. Про це нещодавно заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Україну планують завести 15 мільйонів доз вакцини. Вакцинуватимуть спочатку пріоритетні групи населення – медиків, рятувальників, пенсіонерів. До цього долучатимуть і приватні медустанови. Про вакцинацію та її перспективи сьогодні у студії відкритого розповість доктор медичних наук, завідувач кафедри мікробіології, вірусології, імунології та епідеміології Дніпропетровської медакадемії Дмитро Степанський. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, чи результативні карантинні заходи, що зараз вживаються? Любой епідемічний процес состоит із трьох звеньев. Это источник інфекції, то есть это зараженный человек или зараженное животное или вирусоноситель. Это восприимчивый организм или популяция этих организмов, они иммунные. И возбудитель с его специфическим механизмом передачи. Когда мы удаляем хотя бы одно звено, эпидемический процесс прерывается. Когда мы столкнулись с заболеванием, против которого нет эффективного средства лечения и нет специфической профилактики, то есть население не иммунно, единственным, наиболее действенным методом является, конечно же, разобщить источник инфекции и восприимчивый организм. То есть, собственно говоря, сделать так, чтобы они не встретились. Любые карантинные мероприятия направлены на то, чтобы снизить передачу инфекции, и в конечном счете это направлено на то, чтобы не было перегрузки системы здравоохранения. Поэтому любые карантинные мероприятия, конечно же, будут снижать количество инфицированных, количество смертей. Українці чекають на вакцину. Теоретично, яку вакцину зараз ми можемо придбати і взагалі чи є вибір? Ми говоримо зараз вакцину проти COVID-19, да. Правильно зрозумів? Ну, для початку наші слухачі, зрителі повинні розуміти, як взагалі, відкуди беруться вакцини. Це дуже складний і дуже тернистий путь. Він проходить мінімум 4 стадії, клінічних стадій іспитань. Перша фаза – це небольшое кількість людей, ну, десь до 100, як правило, це взрослі. Ця фаза потрібна для того, щоб зрозуміти, взагалі, ефективна вакцина і безпечна. Вторая, і на це уходить мінімум кілька років. І на предыдущее исследование также обычно уходит несколько лет. Вторая стадия – тоже большее количество людей, где-то несколько сотен. И, наконец, мы дошли до третьей фазы клинических испытаний, когда тысячи людей вовлечены. И тут уже оценивается действительно и эффективность вакцины, и ее безопасность. Только после этого можем лицензировать вакцину, и тогда уже идет четвертая стадия клинических испытаний. То есть уже когда вакцина уже поступает, собственно говоря, на рынок, и мы отслеживаем какие-то редкие побочные эффекты. То есть путь этот достаточно тернист. Естественно, что когда в 2020 году мы столкнулись с угрозой пандемии, мы знаем, что этот путь проходит где-то 10-15 лет от вакцины, от идеи до уже конкретного выпуска, и это было сложно. Но на сегодняшний день многими правительствами были сняты вот эти вот ограничения с фармкомпаний, и на сегодняшний день мы имеем, если я не ошибаюсь, 11 вакцин-кандидатов, которые находятся в третьей стадии клинических испытаний, то есть это достаточно большие. Наиболее популярные из них, наиболее, скажем так, уже объявили о своих результатах, наиболее обнадеживающие, скажем так, это РНК-вакцины, то есть вакцины на основе РНК, это компания Pfizer и компания Moderna. Эффективность более 90%, от 90 до 94-95% – это очень хорошо. То есть, в принципе, в ближайшее время мы можем ожидать, что именно эти два, скажем так, кандидата будут присутствовать на рынке. А как все ж таки визначають групи, яким у першу чергу треба вакцинація? Вакцины сразу не хватит на всех, то есть будет глобальный дефицит. Есть такая инициатива, которая называется COVAX. То есть доступность вакцины и других средств лечения против ковида, собственно говоря, всему населению. В первый этап будет где-то до 10% населения обеспечено вакцинами. И, конечно же, здесь важна приоритизация групп риска, которым будут вводиться. Прежде всего, это будут медики, которые имеют высокий риск заражения. Это анестезиологи, это лабораторные работники.
Далее это будут категории населения, которая обеспечивает жизненно важные функции вообще государства, страны и так далее. Это имеется в виду, там ну, например, работники, там, вода, которые обеспечивают воду и так далее, то есть МЧС и так далее. Далее это будут, и также это, например, дома престарелых, люди, которые работают в домах престарелых. В дальнейшем этапе, когда вакцины будет где-то на 20% обеспечено население, уже будет захватываться медики, которые не захватились в первую фазу, то есть это медики со средним или с более низким риском заражения, это будет также МЧС, это будет различные там силовые структури, это будут работники здравоохранения. Дякую вам за те, що сьогодні до нас завітали. Про вакцинацію українців та її перспективи сьогодні у студії відкритого розповідав професор, завідувач кафедри мікробіології, вірусології, імунології та епідеміології Дніпропетровської медакадемії Дмитро Степанський.